приемную президента. Здравствуйте. В общественную приемную президента ежедневно поступают десятки звонков. Темы разные. Каждое обращение, письменное или телефонное, фиксируется. Вас беспокоит житель микрорайона Северный. Мы обращаемся к Евгению Васильевичу, чтобы нам помог в открытии и восстановлении работы аптеки на нашем микрорайоне, потому что она очень долго работала, а сейчас года два как закрыта аптека. И мы, жители микрорайона, нуждаемся в социальной аптеке. В микрорайоне Северный у подъезда одного из домов встречаем местных жителей, спрашиваем про аптеку. Аптека. С самого начала микрорайона аптека была. Аптека была, вот вон там вот вы вывозили эти товары, завозили. Да. И была у нас хорошая аптека, а потом почему-то сдвинули. Сказали, что вроде бы за этого нету. Им невыгодно сказали платить, ну хорошо, а в городе? За площадь, вот. Сказали, что мало покупают. Мы уже страдаем из-за этой аптеки. Вот надо таблетки от головы купить и прешься в этот город. Я 3 дня ездила за йодом в город. Поеду и забуду, поеду и забуду. Вот а делала укол. И надо было йодовую сетку делать. Вот та самая аптека. Замок на ней висит 2-й год. На окнах паутина, но через стекло еще можно рассмотреть старые аптечные стеллажи. Раньше здесь и специалист был хороший, и лекарства по приемлемым ценам. Теперь, рассказывают жильцы, за медикаментами приходится ездить в Бендеры или на Варницу. Путь не близкий. Долгие переговоры с фармацевтическими организациями завершились. Дело в том, что сотрудничать коммерческие сети отказались, называя открытие фармпункта на Северном нерентабельным. Откликнулась лишь одно государственное предприятие – Лекфарм. На открытие объекта нужен определенный период времени. И, конечно, в кратчайшие сроки Министерством здравоохранения этот вопрос будет решен положительно. Возобновление работы аптеки в микрорайоне сейчас вопрос времени, говорят в Минздраве. Необходимо привести в порядок помещение, завести товар, проработать ассортимент, чтобы ездить за йодом в город больше не пришлось.